А ты далеко ли видишь? Нет, теперь еще недалеко, потому что я еще не совсем свободна от тела. Оно еще влечет меня к вашей земле. Завтра тело мое еще будет ослабевать, и проводник мой поведет меня выше. О, как я жажду видеть все чудеса красоты, которые теперь вынести была бы не в силах. Как это ты была бы не в силах вынести? Да так, подобно червяку, привыкшему от рождения рыться в земле. Земной червяк не в силах переносить свет солнечный, и когда выбросить его на солнце, он вьется, коробится и погибает. Так и душа, рожденная на земле, не может сразу вынести действие высших небесных красот и блаженства. А там все равны между собою. Все равны любовью, но не все равны совершенством. И там есть степени совершенства и степени блаженства. Кто же там выше всех поставлен? И в том небе, где я теперь, я вижу некоторых духов в венцах. Они тут более всех прочих блистают. Проводник мой говорит, это учители и просветители народов. Их наибольшая пред Богом заслуга, им тут наивысшая и честь. На то учители, что всем умом и всем сердцем учили познавать истину и правду, в церкви ли, или в школе, словом или писанием, распространяя свет Божий и любовь Бога и ближнюю между людьми и народами. Но горе тому учителю и тому духовному пастырю, который напрасно лишь занимает свое место или дурно учит, дурной пример подает собою другим. Такие сюда не придут. Когда она это сказала, я вспомнил нашего покойного учителя Леоновича и спрашиваю, «Анна, скажи мне, не видишь ли там моего учителя Леоновича?» «Нет, не вижу». «Отчего?» От того, что он выше, гораздо выше, мой проводник это говорит, но его можно вызвать сюда. Каким это образом? Духи с высших небес могут приходить на низшие ступени, только низшим на высшие нельзя. И ты вызовешь его, Анна, проводник мой вызовить. 3 минуты времени на это надобно. Отец Левицкий посмотрел на часы, когда прошло равнюхонько 3 минуты, она сказала, «Вижу его, прекрасный, увенчанный. Все здешние духи воздают ему честь, славят его песнями. Ах, как все это дивно, как прекрасно! Не могу и сказать вам. О, если бы я могла хоть отчасти описать вам то, что здесь вижу». Но это невозможно, это не для вас земных. А к нам в этот мир не сходят ли иногда духи из другого мира? Сходят и являются иным в сновидении, кто заслужит это, присутствует при богослужении за их души, хоть они и не имеют нужды в наших молитвах, но радуются нашей любви. О, идут дальше, возношусь выше и выше, я все сильнее и яснее чувствую здешнее неизреченное счастье, блаженство. Разбудите меня, потому что я не в силах доли его выдержать. Отец Левицкий приложил ей стеклянный стакан к груди. Она проснулась и открыла глаза. Когда мы стали рассказывать ей, что она говорила, она ничего не помнила и не могла повторить, потому что душа ее, вступив обратно в тело, видела уже только земной мир, комнату, постель и людей ее окружавших. Сильно была утомлена и слаба, но когда предлагали пищу, ничего не принимала, чем она и жила, непонятно. Но я, сынок, никогда бы и не кончил, если бы все стал рассказывать. Потому скажу тебе только, что барышня Анна после того еще 3 дня говорила о небе. И все выше и выше возносилась, видела святых и про них рассказывала, и нас наставляла почитать их память и учение их следовать, чтобы достигнуть вечного спасения и небесной жизни. О, кто в силах рассказать, что мы слышали? От ее слов самый закоснелый жестокосердый грешник не мог не плакать, как дитя,
И много людей обратились на правый путь. Пьяницы перестали пить. Насильники и обманщики ближнего и всякие грешники каялись. Четвертого дня к вечеру больная сказала, что ровно в 7:05 душа ее совсем отрешится от тела и велела себя разбудить. Когда проснулась, подозвала к самой постели отца Ливийского и поцеловала у него руку, поцеловала потом верную свою подругу, неотступную сиделку в болезни, старшую горничную девушку Марью. Велела обнять и поцеловать за нее отца и матушку, утешить их и попросить, чтобы они не плакали. Но они лежали оба больные без памяти, и врачи никого к ним не допускали. Попрощалась со всеми, велела созвать всех дворовых людей, благодарила их за услуги и всякого благословила. Тут поднялся плач безмерный. Все рыдали, у меня у самого слезы лились в три ручья, потому что никогда такой кончины я не видел. Когда часы показывали 7:05, больная глубоко вздохнула, и душа ее оставила прекрасное земное ее тело. Никогда не видел я такого прекрасного ангельского лица, никогда не замечал у покойников такой светлой и радостной улыбки, как у нашей барышни Анны. Когда одели ее в белое платье, гроб, и всю ее усыпали цветами. На похоронах Анны множество было народу со всех сел, и множество господ понаехало издалека, и все плакали, потому что все лишились в ней земного ангела. Ясновидение во сне. В 1886 году я, рассказывает некто господин Воробьев, служил в городе Чистополе Казанской губернии в почтово-телеграфной конторе. Как-то раз, придя домой после дневных занятий, я, пообедав часа в 3 дня, лег отдохнуть и заснул. Приснилось мне следующее. В комнате почтовой конторы, где мы обыкновенно занимались, лежит кожаный чемодан, приготовленный к отправлению с почты, отходящий в 3:55 дня, и совсем заделанный, то есть прошнурованный цепями и запечатанный. Перед самым отправлением почты начальник конторы Рихтер вошел в контору осмотреть еще раз приготовленные к отправлению вещи. И приподняв один край крышки чемодана, обнаружил совершенно случайно, что одна половина чемодана заделана фальшиво. Цепи продеты в один только край, так что можно свободно вынуть все вложенное внутрь. Далее я вижу, он зовет почтальона М и приказывает ему перезаделать чемодан. В это время я вхожу в контору, и Рихтер, обращаясь ко мне, объясняет, что благодаря только случайности и привычке его к аккуратности, он обнаружил упущение, просмотренное во время заделки почты. На этом сновидение мое окончилось, я проснулся. Все изложенное видел я до такой степени ясно и рельефно, что как бы все это произошло при мне наяву. Проснувшись, я ничего из виденного не помнил. Каково же было мое удивление, когда в тот же день вечером в конторе Рихтер рассказал мне, что сегодня между 3 и 4 часами дня, то есть как раз во время моего сновидения, при отправлении почты он обнаружил неправильную заделку чемодана, и, как оказалось потом, все произошло точно так, как приснилось мне во сне. Наглядность проявления души в естественном сомнамбулизме. Доктор Дебе в своем сочинении о сомнамбулизме говорит: «Большинство ученых смотрит на состояние сомнамбулизма как на особенный вид мозгового невроза, как на особенное нервное состояние мозга, не изменяющее физиологических функций этого органа». Ссылка. Верно ли? Это другой вопрос. Здесь довольно заметить, что самая правдоподобная гипотеза ученых меняется чуть не каждые 10 лет, заменяясь другими, нередко совершенно им противоположными, протоиерей Григорий Диченко. В продолжении сомнамбулического сна, гораздо более глубокого, чем обыкновенный сон, мозг сохраняет многие свои способности, которые не только действуют нормальным образом,
но даже приобретает особенную точность и остроту. Так писатели и художники в этом состоянии нередко создавали лучшие свои произведения. Вольтер, Крабельон, Массильон и Кандильян написали некоторые свои замечательные сочинения в этом состоянии. В этом же состоянии знаменитый музыкант Тартини написал свою знаменитую сонату «Дьявола», над которой он тщетно трудился раньше, в продолжении целого месяца. Мастеровые, ремесленники и другие люди труда нередко исполняют в сомнамбулическом состоянии работы с точностью и искусством, далеко превосходящими их способности в обыкновенном бодрственном состоянии. Замечательно при этом то обстоятельство, что сомнамбул после своего пробуждения не сохраняет ни малейшего воспоминания о том, что он делал во время своего сна, и это составляет один из самых резких признаков сомнамбулизма. Бурдах неоднократно наблюдал такое явление. Воспоминания о том, что с человеком происходило во время сомнамбулического сна, возвращаются довольно отчетливо во время обыкновенного сна, если он следует вскоре за сомнамбулическим. Он рассказывает, что один из его друзей, доктор, ночью увидел однажды свою жену, ходящую по крыше своего дома. Зная, что она сомнамбула, он не очень этому испугался. После обеда, когда она спала, он спросил ее тихо, что она делала ночью, на что она подробно рассказала свое ночное похождение на крыше, прибавив, что сильно уколола левую ногу, а гвоздь, торчавший на крыше. После пробуждения на вопрос мужа, не поранена ли у нее нога, она отвечала утвердительно, но к удивлению своему не могла объяснить, где и когда она себя поранила. Сомнамбулы, говорит далее Дебе, действительно часто с закрытыми глазами действует. Орган зрения в таком случае не действует, и мозг дополняет отсутствующий орган. Субъект внутренно видит предмет, который он ищет. Органы осязания, достигающие крайней остроты, чувствуют на расстоянии внешние предметы и помогают избегать опасности. Ссылка. Не гораздо разумнее ли сказать, что душа, а не мозг, является действующим фактором в этом процессе? Просто дико думать, что мозг – это мертвое вещество само по себе, без управляющей им разумной души, может производить что-либо разумное и свободное. Протоиерей Григорий Диченко. Между многими случаями, приводимыми доктором, подлинность которых не подлежит ни малейшему сомнению, укажем на несколько примеров, в которых нельзя не признать действие души, управляющей телом. В одну из летних ночей при полном свете луны я заметил на крыше высокого дома человеческую фигуру, которая, пробираясь по ней в самых опасных местах, где стоя, где ползком, уцепилась наконец за выступ кровли и уселась на зубце стены. Чтобы лучше рассмотреть это странное явление, я вооружился биноклем и увидел, что это была молодая женщина с грудным ребенком на руках, которого она прижимала к своей груди. Она оставалась около получаса в этом опасном положении, затем спустилась с удивительной ловкостью с своего опасного пункта и скрылась. В следующую ночь, в тот же самый час, повторилось то же самое явление. На другое утро я сказал хозяину дома о том, что я видел. Он выслушал меня с ужасом и сообщил мне, что его родная дочь сомнамбула, и что он подозревает, что это была она, хотя до сих пор ничего не подозревал о ночных ее прогулках. Я посоветовал ему принять всевозможные предосторожности для избежания какой-нибудь катастрофы. Наступила ночь, и я опять увидел молодую женщину, проделывающую те же эволюции. Тогда я пошел опять к ее отцу, которого застал в сильном волнении. Он мне рассказал, что уложил свою дочь спать, он сам запер замок двери и сверх того из предосторожности повесил еще висячий замок. «Увы», — говорил он. Бедное дитя, не найдя другого выхода, открыло окно и по выступу карниза отправилось на крышу. По прошествии четверти часа она возвратилась тем же путем и, найдя окно закрытое ветром, вышибло стекло, причем слегка себя поранило, и, проснувшись, с криком уронила ребенка.
По счастливой случайности дитя упало на кресло, которое мать приготовила, чтобы легче ей было влезать на окно. Во время нашего разговора вышла сомнамбула. Это была молодая, худенькая, болезненная женщина. Ее интересные черты носили отпечаток печали и предрасположения к истерии. Тюремное заключение, которому муж ее подвергся за политическое преступление, было причиной ее горя и нравственной экзальтации. Когда я рассказал ей о ее ночных похождениях, она томно улыбнулась, считая все это выдумкой или ошибкой с моей стороны. Когда я начал ее расспрашивать о характере ее сновидений, она призналась, что уже несколько дней спит каким-то тяжелым сном, что ей все снятся какие-то люди, которые хотят арестовать мужа и ее с ребенком. Размышляя о физическом и нравственном состоянии молодой женщины, говорит далее доктор, мы найдем, что она была по своей организации предрасположена к сомнамбулизму, и что везде ее преследовала мысль о заключении мужа. Из этой основной идеи по закону ассоциации развились многие другие. Головной мозг, сильно возбужденный, приводил в действие психомоторный аппарат, который направлял ее на крышу дома. Мотивом этого опасного восхождения служила опасность, которой она подвергалась со своим ребенком. Мы сейчас рассмотрим, какую цену имеют эти объяснения, но прежде приведем еще другой случай. Профессор философии университета в Павии Зааф описывает следующий случай сомнамбулизма. Один фармацевт этого города, ученый-химик, которому наука обязана многими важными открытиями, каждую ночь вставал во сне, отправлялся в лаборатории и доделывал неоконченные работы. Он зажигал спиртовые лампочки, брал различные инструменты, реторты, трубки и продолжал свои опыты с такой точностью и аккуратностью, какие вряд ли обнаруживал даже в нормальном состоянии. Имея дело нередко с самыми опасными веществами, с самыми сильными ядами, ни разу не подвергался он ни малейшему несчастью. Когда у него не хватало времени приготовить днем рецепты докторов, он их вынимал из ящика, клал на стол и совершал ночью во сне свою работу с точностью и аккуратностью, каких только возможно желать. Замечательно, с какой точностью он взвешивал дециграммы и сантиграммы, и вообще самые минимальные дозы, какие только употребляются в аптеках. Затем смешивал их, пробовал, вливал в склянки или запечатывал в пакеты, приклеивал этикетки и раскладывал в требуемом порядке. Окончив работу, он приводил все в порядок, ставил на место и отправлялся в свою постель, где спал спокойно до утра. Профессор Зааф прибавляет, что у этого сомнамбула глаза бывали постоянно закрыты во время его ночных похождений, и полагает, что память относительно расположения различных предметов и идею о необходимости закончить задуманную раньше работу возможно объяснить такого рода явление, объяснит, но чтение рецептов, содержание которых ему не было известно, остается необъясненным. Вот еще один случай, где чисто позитивная наука не в состоянии дать разумного объяснения, коль скоро отказывается признать душу как реальную и нематериальную причину явления. Доктор Эскироль рассказывает об одном фармацевте, который, как и в вышеупомянутом случае, вставал во сне и приготовлял по рецептам различные лекарства. Желая испытать, действуют ли при этом высшие способности души, или же все действия сомнамбула совершаются чисто автоматическим путем. Один из докторов положил на конторку следующий рецепт. Едкой сулимы 2 драхмы, дистиллированной воды 4 унции, принять в один прием. Фармацевт по обыкновению встал в сомнамбулическом сне, спустился в свою лабораторию, взял рецепт, прочел его несколько раз, выражая удивление, и произнес следующие слова, которые доктор, написавший этот рецепт, открываясь в лаборатории, записал слово в слово. Невозможно предположить, чтобы со стороны доктора, писавшего рецепт, тут не было ошибки. 2 гранов было бы совершенно достаточно, даже много. А между тем здесь весьма четко стоит 2 драхмы, что составит больше 150 гранов.
Этого более чем достаточно, чтобы отравить 20 человек. Очевидно, доктор ошибся. Я отказываюсь приготовить этот рецепт. Затем сомнамбул перешел к другим рецептам, лежавшим на конторке, приготовил по ним лекарства, запечатал и расставил в порядке для выдачи на следующий день. Вот таким образом несколько случаев сомнамбулизма, прочно констатированных, объяснение которых немыслимо, если мы не признаем существование духовного принципа, управляющего телом, которое не подвергается действию сна, подобно последнему. Послушаем теперь объяснение нашего ученого-доктора. Доктор Дебе замечает, что, строго говоря, глаз не единственный орган, посредством которого мы видим внешние предметы. В этом мы вполне согласны с автором, но расходимся с ним в объяснении механизма сомнамбулического зрения. Он предполагает, что субъект может видеть оконечностью носа, пальцев и другими частями тела. Не смейтесь. Доктор Дебе уверяет, что это предположение не так бессознательно, как кажется с первого взгляда, что, быть может, существует разветвление оптического нерва, оканчивающееся в этих частях тела, и которое служит сомнамбулу для распознания внешних предметов. Не следует, прибавляет он, отрицать все с плеча, более согласно с истиною, если мы ограничимся сомнением в ожидании новых, более основательных доказательств. Что можно сказать о подобном объяснении? Господин Дебе пытается объяснить явление сомнамбулизма сравнением, как капитан корабля направляет ход своего судна, рассматривая карту. Так в сомнамбулизме память направляет тело посредством образов, сохранившихся в нею. Не странно ли слышать подобное сравнение из уст физиолога? Мы не знали до сих пор, что память направляет тело. Мы полагали, что это есть функция воли, возбуждаемая различными влияниями, часть которых составляет и память. Нелегко принять объяснение господина Дебе, даже в том случае, когда движение сомнамбула происходит в месте ему хорошо известном. Но что сказать, когда он движется в месте, где совершенно неизвестном ему, и притом с уверенностью и точностью, далеко превосходящими его способности в нормальном состоянии? Вспомним сомнамбулические путешествия дамы с ребенком. Можно ли предположить, что ей управляла память, когда она ходила по крыше дома, обходя опасные места, где один неверный шаг мог грозить гибелью? Невозможно предположить, чтобы она предавалась этим упражнениям в нормальном состоянии. Но какая же сила управляла ею, предупреждая ее об опасности? Каким органом видела она в этом случае? Возможно ли допустить объяснение доктора в другом месте, что когда орган зрения не действует, мозг дополняет его функцию внутренним зрением, с помощью которого он видит предметы, которые ищет? Но каким же образом он может видеть внутренним зрением вещи, которых глаза его никогда не видали? Предположение, что органы осязания достигают такой остроты, что способны на расстоянии различать тела, кроме своей произвольности, не обнимает и всех случаев, представляемых явлениями сомнамбулизма. В самом деле, случай, рассказанный доктором Эскиролем, разве спящий фармацевт, приготовлявший во сне лекарства по рецепту, мог бы предупрежден быть об опасности, угрожавшей его клиенту, если бы он управлялся с одними внешними стимулами? Он рассуждал логично, совершенно как в нормальном состоянии, о несообразности рецепта. Кто же в этом случае рассуждал? Очевидно, деятель, который один не спит, когда тело погружено в сон, который думает, рассуждает, который действует согласно своему желанию, и этого деятеля, бодрствующего над телом, мы называем душою. Внутреннее самосозерцание сомнамбул. Внутреннее самосозерцание сомнамбул основывается не на отвлеченных знаниях, а только на усиленной, доходящей до наглядного представления и пластического воспроизведения внутренних
частей тела, их способности, их ко внутренним восприятиям, что, согласно Шернеру, может происходить уже в обыкновенном сне человека. Степень ясности такого представления у различных сомнамбул весьма различна, но она возрастает по мере упражнения, и тогда как в начале болезни сомнамбула обладает часто только обыкновенным внутренним чувством, впоследствии их показания достигают нередко точности анатомических описаний, причем эти показания могут быть даваемы совершенно необразованным, лишенным всяких абстрактных знаний лицом, так как источником их служит простое созерцание. Замагнетизированная одним духовным лицом госпожа У описала свое ухо, сказав, что видит в нем четыре косточки, одну в виде молотка, другую в виде стремени, третью круглую, четвертую маленькую, и в трубе его воду. Одна каталептическая особа сказала Петитену следующие замечательные слова: «Врач почел бы себя счастливым, если бы заболел моей болезнью хоть на четверть часа. Природа открыла бы ему все свои тайны, и если бы он любил свою науку, то не пожелал бы выздороветь так скоро, как того желаю я». Только тем, что внутреннее самосозерцание сомнамбул не основывается на абстрактных знаниях, и объясняется, почему анатомические описания их оставляют представителям науки желать очень многого. То же самое имело бы место и относительно всякого начинающего изучения медицины лица, если бы ему, при очень еще недостаточных познаниях его в ней, пришлось давать отчет о результатах анатомического вскрытия. Поэтому неудовлетворительность описания сомнамбулами состояния внутренних органов тела их не может служить обстоятельством, способным навлечь подозрение на их показания. Сон наш может усилить в нас способность нашу к внутренним восприятиям, что может повести в свою очередь к представлению нами соответственных органов нашего тела. Но он отнюдь не может породить в нас абстрактных знаний. Когда врач Делёз погрузил в сомнамбулический сон одного своего товарища, то последний описал вполне научным языком внутреннюю болезнь свою. Было бы чрезвычайно подозрительно, если бы все сомнамбулы говорили как профессора. А что в их показаниях встречаются так часто анатомические и физиологические погрешности, это не может внушить никакого подозрения. Их показания бывают ошибочными как раз тогда, когда у них к созерцанию присоединяется рефлексия. Особенно же это имеет место в том случае, когда их осаждают вопросами, для ответа на которые недостаточно одного внутреннего самосозерцания. Поэтому понимающие дело врачи настаивают на соблюдении правила выжидания от сомнамбулов добровольных показаний. Такие показания отличаются большей частью определенностью. Последнее служит признаком того, что способность восприятия сомнамбула достигла степень внутреннего самосозерцания. Тогда можно уже посоветовать магнетизирующему его врачу рациональной постановкой вопросов дать определенное направление этому внутреннему самосозерцанию. Преждевременные же вопросы могут воспрепятствовать пробуждению у сомнамбулов способности самосозерцания. И тогда будет существовать опасность не только того, что они будут выдавливать из себя ответы, которые, не имея под собой почвы самосозерцания, непременно будут ложны, но даже и того, что при особенном отношении, в котором они находятся к магнетизирующему их врачу, в их самосознание могут перейти представления и рассуждения врача, зеркалом которого они в этом случае и будут служить. Вот почему постановка предлагаемых сомнамбулу врачом вопросов имеет очень большое значение. Сомнамбула Ван Герта сказала, что когда врач ее участвует с ней в ее самосозерцании, помогает ей своими мыслями, тогда она ясно видит все в теле своем. Другая сомнамбула превозносила оказываемые вопросами ее врача на ее способности самосозерцания влияние. С
стоило ему пожелать или потребовать от нее, чтобы она увидела свои легкие или какой-либо другой орган своего тела, и перед ней раскрывались вполне эти органы. Третья видела без всякой посторонней помощи только больные свои органы, здоровые же лишь в том случае, когда магнетизер накладывал на них свои руки. Знаменитый Гуфеланд приводит три разнородных случая внутреннего самосозерцания, из коих может быть подчеркнутый принцип деления этого самосозерцания. Как только одна из его больных ложилась в постель, она видела без всякой посторонней помощи свои внутренности. Когда же она вставала с постели, прекращалось и видение. Другая его больная видела внутренние части своего организма, только смежные с местами, до которых он дотрагивался. Наконец, третья видела мускулы и вены своей руки, только при прикосновении своем к магниту, чего она тщательно и избегала, так как такое созерцание было ей отвратительно. В высшей степени замечательна способность сомнамбул узнавать будущее течение их болезней. Уже Гиппократ сказал, что бывает сновидение, предсказывающее телесные болезни. Как бы ни сомневался скептик в существовании у сновидцев такой способности, а они вполне констатированы громадным числом врачей. Здесь можно ограничиться ссылкой на мнение медицинского факультета Парижской академии. Доктор Дельпи сообщает, что одна эпилептическая особа в припадке своей болезни предсказала минуту своего выздоровления. Бертран в своем трактате насчитывает более 60 опасных припадков конвульсий, предусмотренных сомнамбулами, и определенных ими как относительно времени наступления, так и относительно продолжительности. Тот же врач сообщает об одной сомнамбуле, которая во время своего сна объявила о наступлении через 14 дней 43-часового горячечного бреда, что совершенно было забыто ею по пробуждении. Сомнамбул доктора Бенсона в точности определила время освобождения своего от глисты и даже длину последней. Сомнамбул предвидит иногда наступление своей смерти, хотя ничего не знает об этом по пробуждении. Саваш говорит о 4 пациентах своих, предсказавших правильно день и час своей смерти, и об одном 60-летнем старике, предсказавшем месяц своей смерти и умершем от лихорадки. Впрочем, предсказания смерти свои даже такими сомнамбулами, на которых можно положиться во всем остальном, бывают по большей части ошибочны. Делёс отказывается от объяснения этого явления и говорит, что оно относится к числу самых загадочных явлений сомнамбулизма. Но кажется, что дело объяснится само собой, если принять во внимание, что сомнамбулы, как и все вообще сновидцы, не рефлективно узнают свое будущее, но созерцают все в образах. Если теперь перед ними является картина очень опасного кризиса или глубокого обморока, то вследствие величайшего сходства своего с картиной кончины, даже смерти, она и может быть ими за нее принята. Сам Делёс наводит на такое объяснение ложности этих предсказаний сомнамбулов своим признанием, принимаемых сомнамбулами за смерть кризисов, всегда очень страшными и опасными. И здесь органом видения служит творящие образы фантазия, хотя и не та фантазия, которую мы обладаем во время бодрствования. Последняя не отличается даже в приблизительной степени качествами, обнаруживаемыми фантазией сомнамбулов. Поэтому предсказания, о которых идет здесь речь, представляют результат возникновения в сознании сомнамбул не абстрактивных знаний, но образов, хотя, по-видимому, этому часто противоречат их чрезвычайно точные указания времен. Но одна сомнамбула, предсказавшая момент наступления сильного припадка своих корчей, прибавила: «Теперь я вижу себя бегущую к постели». Она созерцала в образах не только внутренние органы своего тела, но и будущие события. «Дело обстоит совершенно так, — говорит она, — как если бы я видела то, что о себе говорю,
и я вижу все состояния, в которых буду находиться в этот день, так же ясно, как в зеркале. Когда я предсказываю будущее, то выходит как раз так, как если бы передо мной висели картины, которые представили бы мои страдания, и я рассказывала бы их содержание. Таким образом, во сне сомнамбулическом, как и в обыкновенном, мысли наши не остаются абстрактными, но переходят в представление вещей. Дальнейшее доказательство того, что все различия между видениями обыкновенного сна и сна сомнамбулического количественное, состоит в том, что в обоих случаях являющиеся сновидцу образа обыкновенно отличаются одним и тем же характером –